Нашей Конституции исполнилось 22 года. Именно столько лет назад в главный закон страны вписали основные принципы для народа и государства. Наш корреспондент Ардак Камал решила выяснить, помнят ли граждане основные положения Конституции. Ни одно государство мира не может функционировать без Конституции. Это главный закон страны, где предписаны наши с вами права и обязанности. Первую Конституцию в Казахстане приняли в 1993 году. А 30 августа 1995 года приняли действующую. Согласно первой статье документа, Казахстан – это светское демократическое общество, главной ценностью которого является человек. А как хорошо наши граждане знают главный закон страны, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. С праздником вас. Хотели задать вопрос. Как вы думаете, что является главной ценностью Казахстана согласно Конституции? Мне кажется, это то, чтобы все люди жили дружно и в равных правах. Главная ценность – это человек. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо вас. Можно вам задать вопрос? Как вы думаете, кому в Казахстане принадлежит власть? Президенту, наверное. Или как? Президенту. Да, почти так, но на самом деле народ единственный источник, да, это народ. Добрый день, с праздником вас. Здравствуйте, и вас с праздником. Хотели вот задать вопрос сегодня, праздник День Конституции, да? А как вы думаете, или насколько вы знаете, сколько раз в Конституцию вносились изменения? Честно говоря, я не знаю. Я очень далека от этого, и поэтому я просто не знаю. Хорошо. На самом деле 4 раза, вот даже мы вот тоже записали, в 98-м, 2007-м, 2011-м и 2017-м. Сложно запомнить, да, правда? Если бы это действительно касалось меня, я бы, может быть, и запомнила. Последние изменения в главный закон страны были внесены в марте этого года. В частности, 26 поправок в 19 статьях. Перераспределили полномочия между ветвями государственной власти. Президент переложил часть полномочий парламенту и предложил лишать гражданства террористов. Ардак Камал, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.